В октябре в Белокурихе начнутся работы по благоустройству пешеходных зон и расчистке лесов, прилегающих к городу-курорту. Именно на эти цели решили направить первые средства, вырученные от курортного сбора. Курортный сбор на территории Белокурихи ввели 4 месяца назад. За это время с отдыхающих собрали почти 11 миллионов рублей. 10 из них Управление по туризму края решило направить на благоустройство прибрежной зоны реки Белокурихи, а также создание пешеходных зон на территории Алтайской здравницы. Оставшиеся средства, около 1 миллиона рублей, пойдут на расчистку прилегающих к городу лесов. Подписано соглашение между администрацией города Белокурихой и управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. Активная работа начнется с октября. Наши отдыхающие должны, приехав в будущем году, уже увидеть эти изменения, эти улучшения. Со следующего года по краевому закону сумма курортного сбора должна вырасти с 30 до 50 рублей. Но предприниматели Белокурихи против такого нововведения. По их словам, количество отдыхающих этим летом по сравнению с прошлым годом снизилось на четверть.